Погодный ролик, будет небольшой прирол, показываю. Осталась вода, от нее запах, и вот все, чистота, стоит два контейнера. Я хочу поблагодарить тех людей, которые своими руками убирал этот мусор, и поблагодарить всех, кто был причастен к тому, чтобы он отсюда исчез, кто делал посты, репосты. Наконец-то мы можем находиться в чистом, незловонном доме. Спасибо. Добрый день, друзья. Сегодня у нас 24.06.2019 года. Будет опять или нет? Будет наконец-то GMT. GMT и первый проезд. Вы давно уже просили об этом, и я приехал сюда. Посмотрим, что здесь и как. На часах у нас уже 10.48. Был дождь, на GMT у нас там, видите, он как раз протянуло, сейчас идет. Ну, я думаю, поеду, прокачусь, посмотрю, что тут, да как, интересно вам, что расскажу, да покажу. В общем, приятного просмотра. Я с тобой блогер, я с тобой подходник, я тебе постоянно слежу. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Приходите, Анапа, очень красиво, очень удобно. Хорошо это и жарко, кидай, да? Да, это сегодня будет. Да? Да. Чем ты занимаешься здесь, скажи? Я фрукты торгую. А где ты? Здравствуйте. А? Вот, вот там еще торгую. Подписчики. Где он там? Ну, там дальше. Ценники стоят у тебя? Не скажи. Вот, а почему они стоят? А ты, этот, ну, чтобы постоянно меняется. Ну, поменяйте их постоянно, чтобы пришел человек, вот я смотрю, стоит 100 рублей, знаешь, у меня в кармане 100 рублей, я говорю тебе, дай на 100 рублей, так еще надо спросить, поинтересоваться. Не, интересно, чтобы с вами общаться, клиентам пообщаться, а так интересно, а так смотрите, уходите, а так можно попозарить, поторговаться. Поторговаться, да. Я понял, ладно, хорошая тебе работа. Давай, удачи, привет. В общем, вот такое вот начало, друзья. Находимся на пересечении Пионерского проспекта. У нас после дождя здесь сильные лужи, но должно быть все хорошо. И также у нас первый проезд сейчас нас поведет к морю. Хорошего настроения, тем более с таким началом, я думаю, оно будет... Так, дождь начинается. Я сейчас стою в море, друзья, в GMT в море. Если вы хотите также стоять в GMT в море, есть небольшой сайтик «Город-курорт Анапа». Ссылка в описании, где есть возможность выбрать себе жилье с номерами хозяев напрямую. Обращайтесь к ним, пускай у вас будет отдых на проверенных, так сказать, этим сайтом территориях. Постоянно я хочу обратиться сразу, потому что стою в маршрутке здесь тоже часто. Она идет из-за того, что здесь по одному человеку переходят люди. Ладно, в дождь не надо ждать, машины подождут, потому что там люди в комфорте, здесь под дождем мокнут. Но когда солнышко, ребят, ну хотя бы по три собирайтесь, пожалуйста, потому что пробки нереальные. Реально нет. Ну, посигналили. Тут у нас находится пятерочка, появился пост полиции, Панагария, там дальше магнит, косметики, обычный магнит. Еще раз хочу сказать, аттракционов здесь больше нету. Не знаю, надолго ли. В прошлом году, говорят, их тоже выбирали, но потом они опять здесь появились. Мы же с вами двигаем к морю, к нашему любимому. У нас, кстати, было пару донатов. Здравствуйте. Спасибо вашим роликам. Тоже подписчики? Да. А, сейчас, секундочку. Как вас зовут? Представьтесь. Алексей. Полина. Откуда к нам приехали? Мордовия. Мордовия. Холодно сейчас или тепло? У нас 35. Жарче даже, чем здесь получается. Да, 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 да. То есть вы приехали к нам отдохнуть от жары? Все, уже уезжали сегодня. А, ну как отдохнули вообще? Отлично. То есть не жалеете, еще раз хотите приехать? Конечно, конечно, приехать. Да. Ой, это самое главное. Тебе на море как? Понравилось? Круто. Говорят, что запрещали купаться тех, кто не запрещал? Не-а. Ну, сейчас до сих пор, даже сегодня запрет на купание. Не, купаются все. Все купаются, конечно, всем все равно. Почему? Так, это был вкусный чупа-чуп, хорошо, что в бумажке. Спасибо вам. Можно еще пару вопросов? Где вы отдыхаете? В гостевой дом «Оазис» на Песчаном. Во, вообще хорошая. Прям у него часто спрашивают. Цена? Цена двухспальный у нас номер, 4 человека, 3000. Двухкомнатный, наверное? Двухкомнатный. Все, кондиционер, телевизор, бассейн? Нету. На следующий год, сказал, будет. Будет, да. Так, вы на следующий год туда же поедете? Конечно. Ну, вообще тогда хорошо. Может, кому-то привет хочешь передать? Бабушке, дедушке? Бабушке. А дедушке? И бабушке, и дедушке. Да. Баба. Привет. Привет. Хорошего отдыха. Спасибо, все, что спасибо, подошли, спасибо. Поздоровались. Так, мы с вами начинаем движение наше дальше. Надеюсь, мы дойдем до куда-нибудь. Здесь очень... Здравствуйте. Привет можете передать, если хотите. Хотите передать привет, я подойду к вам. Нет? Стесняемся. Хорошо. Значит, будем стесняться. Здесь смотрим, у нас фрукты, овощи продают. Но, опять-таки, я же говорю, всем задаю вопрос. Все говорят, что без ценников как-то лучше идет. Друзья, вы можете голосовать своими денежками, подходя к продавцам, говорить, ребят, поставьте ценник, я бы у вас вот все купил. Но так как цен нету, покупать особо не хочу.
Так, мелкий дождик, но люди идут на море, причем с лежаками собираются лежать там, это точно, и в огромнейший привет, и хорошего отдыха. Вот постоянно прохожу, мне вот здесь нравится, тут есть изделия из глины, на всех, кстати, товарах есть ценнички, мне это очень нравится, прям молодцы. Температура воздуха 29,1, температура воздуха сейчас, вот у них сказали, что в Мордовии 36. Мордовия, приезжайте к нам охладиться. Зачем вы там в такой жаре сидите? Мне кажется, что пора. Прям очень сильно. Вот так, папа что-то ругает ребенка. Здесь тоже вот развалы фруктов, но, к сожалению, цен нет. Они либо выставку устраивают. Если продается товар, то на нем должна быть прайс, правильно? Если нет прайс, то не надо его продавать, что ли. Пиво. Тоже спрашивают часто, раки здесь есть, но цен не вижу. Ром Кола 0,5 литра 80 рублей продают в этом месте. В общем, это будут писать опять гневные комментаторы о том, что здесь не проход к морю, а как-то сказать, рыночный. Добрый день. Так. Хочется, знаете, что отметить. Я когда-то сам свою бытность еще маленьким работал здесь на GMT, по-моему, где-то вот здесь и мы стояли. Раньше, может, помните, была такая фишка популярная — фотомонтаж. То есть вы фотографируете свое лицо, а его вставляют в какую-нибудь там модель. И вот мы занимались тем, что фотографировали всяких разных красавиц, которые к нам приходили. И их лица вставляли уже, ну не мы, я тогда еще ничего этого не умел, но нажимать на кнопочку и сделать фотографию портретную мог. B52, мы тут ушли тут, в принципе, все хорошо, достойно, кстати, хозяйка. B52, здравствуйте. Как у вас, все хорошо? Ну, дай бог, чтобы еще лучше было. Не зачто. Так, надо уходить прям. Тут, видите, реки, моря. Сегодня шаурма не работает почему-то. Наверное, выходной решил взять из-за дождика. Ну, конкуренция, такая конкуренция на каждом углу. Поэтому особо никто даже и не заметит. Хотя, если прям любители шаурмы соскучатся. Вот я бы него сегодня купил, потому что немножко есть хочется. Вот цены на пиццы. Юра, привет! Привет, красавица. Как тебя зовут? Вика. А откуда? Стой, аккуратно, машинка. Откуда ты приехала к нам, Вика? Вообще-то из Анапы. Нет, откуда? Ногинска. Отдыхается тебе хорошо? Да. Идешь на море купаться или уже была сегодня? Ну, мы ножки помочить. А купаться не будете? Завтра будем купаться. А почему не сегодня? Засмущалась, да? Не знаешь. Почему не сегодня купаться, папа, будете? Мы приехали. Так надо сразу в море. Сначала надо маленько после поезда отойти. Я понял. Ладно, ловите ребенка, чтобы под машину не попало. А у меня из-за узы все ботинки внутри, да, с вода. Да. Да. Мы сейчас с Юрой увидимся, пускай он работает. Да, приятно было, особенно такие эмоции детские. Мы на фотосессии. Давайте тут. Вот к нам записано, да? Да, 3 числа. На какую? На часовую, на 16. 16. Все, хорошо, до встречи. С такой радостью вообще впервые вижу. Очень приятно. Спасибо вам, хорошего отдыха. Как вам такие эмоции от ребенка? Значит, наверное, Юрка делает все правильно. Красота, какой-то грит-бар, кстати. Как быстро все там построилось, появилось. Здесь тоже Ромео. Хвалят подписчики эту столовую. Говорят, что там нет-нет, бывает вкусно. А многие там проводят все лето. В принципе, знаете, вот я на GMT, вот на первом проезде, вот чтобы от кого-то услышать, где-то прям плохая столовая, туда не ходите, я ни разу не слышал. Вот серьезно. Такого прям ни разу не было. Были разные ситуации, эмоции, но прям вот ни разу не слышал. Наоборот, вот это место больше нравится, это чуть-чуть там лучше там. Но сказать вот, что вот прям здесь нет, вот, кстати, гастроном. Никогда не думал, что здесь есть магазин. Оказывается, есть. Тут экскурсионные тучки, иногда тут жарят шашлык. Причем два мангала. В этом году, не знаю, появился второй мангальчик или нет. Здесь улица Виноградная. Песчаную я что-то прошел, даже не показал. Я в сторону. Столовая домашняя, кухня. Здесь тоже немножко людей есть. Кстати, здесь посвободнее, красный потолок. Должен вызывать аппетит, по идее. В общем, дальше нам придется плыть. Многие, я так понимаю, даже не заморачиваются. Здравствуйте.
Смотрим. Я, кстати, вот сколько иду, ни одной точки фруктов цен не увидел. Море, море. Я иду по плитке, которая скользкая. Вот боюсь на ней подскользнуться в шлепанцах. Иди сюда. Здесь прям, наверное, самое вкусное пиво, что ли. Сейчас такая очередь. Так. Бедные люди, машины. Машина. Это вот русское бытие. Доберись до моря называется. Фея один здесь находится. Не люблю феи. Так люди отдыхают, вроде бы все хорошо, но вот дюны они не любят, а мы их не любим. Давай. Я вас смотрю, кстати, его тоже увидел. Мам, привет. Мам, привет. Откуда вы? Из Ставрополя. О, где отдыхаете? Здесь. Ну, здесь работаем. А, вы прямо на работу, то есть, приехали. Да. Кофе продаете? Мам, приедешь, я тебе кофе сделаю. О, как. То есть, ты маму кофе заманиваешь? Артем, знаменитый. Отлично. Привет, Армавиру. Армавиру тоже привет. Это Ирина. Да. Это все наши тоже. Астон у нас самый. У вас дома кто-нибудь остался вообще? Конечно. Кто? Конечно. Не, мы переезжаем летом. У меня дочки сюда. Две там, внуки, всем привет. Во сколько будете показывать? Это сегодня в обед будет. В обед? Отлично. Отлично. Сейчас примерно. Ну, примерно в час, наверное, дня. Да. Ксюха Юрец, привет. Все. Анька. По какому по-моему. Давайте. Всего хорошего вам. Двигаемся дальше. Отличное настроение для прогулок. Здесь вот, плавает тоже Джимате. Сколько лет себя помню, столько лет оно и плавает. Мне говорят, вот ты показал, каждый год так происходит, когда дождь, ливневки не справляются. Ребята, ну как вы думаете, не должны ли решаться эти вопросы? Кафе в море. Должно же быть как-то все по-другому. Отлично. И море к морю. А то есть вот так вот. Вот эти столовая полянка. Здесь есть обзор на канале. Кушали. Вкусно было. Недорого, кстати. Могу я по прошлому году, честно, рекомендовать. Вот здесь сейчас можно посмотреть, почем что стоит сейчас. Больше за 55 рублей. Вот не помню, с мясом он или нет был. Ну, честно, было вкусно. Мне понравилось. Так. На самом деле, мне тут как-то немного столовых осталось, но пицца ан-суши. Ну, я выбираю тайхаку, на самом деле. Вчера, благодарю ребят, было очень вкусно. А какие цвета, посмотрите, просто впереди. Вот что такое нереальное и очень красивое. Столовая девушка, медовуха. Медовуха. Людей сейчас не так уж и много, за счет того, что, еще раз говорю, прошел дождь, и мы видим самых таких выживших. Столовая номер один здесь тоже имеется перед пляжем. Надо жену пригласить, вот какой-то тут открыли ресторан стейкхаус. Он, кстати, выглядит поинтереснее, чем были здесь эти лаки, но все равно. Да, ценники, конечно, радуют. Напишите, как вам. О, тут соленка 260, тут 350 в Крыму. Суп из морепродуктов 460. Борща нету? Нет, походу борщика нету. В общем, напишите в комментариях, как вам по ценам. Если более-менее приемлемо, попробуем сходить. День поработаем и сходим сюда. Ну так выглядит там, в принципе, все интересно. Ну я бы, конечно, больше бы был бы за дюны. Вот смотрите, на них песок и так уже наступает. Ну что, здравствует, Джимате пляж. Это Джимате 2. Он так и называется. Для тех, кто тут со мной даже местные жители спорили по поводу названия этого пляжа. Смотрите, люди на велосипедах приезжают, здесь их ставят. Кукуруза 50 рублей. Ну одну на двоих развитку. Медпункт, спасатели. Туалет есть. Вот он, смотрите, вот там вверху написано Джимате 2 было. Не успел. Вот чем Джимате меня не радует, это количеством мест. Обычно их везде побольше. Здесь же даже вот дождь прогнал людей. Мне кажется, что здесь места особо нету. На пляже, где посидеть, полежать. Но это возможно. Вдруг, если вам очень сильно захочется, то, в принципе, я думаю, место себе найдете. Люди. Ну это же прекрасно, на самом деле.
О, гром гремит. Вот это. Натягивает. Анапа, кстати, прошел дождь. Отлично. Может, надо было и подождать, может, мы сегодня бы дождались. Везде люди, куда ни посмотришь. Ну, это Джимате. Еще бы этого с раками убрать. Было бы вообще хорошо. Здравствуйте. Раки вареные, подходим, покупаем. Сегодня получилось мега позитивный показ. Возле моря 28,2. Мы заходим сейчас в водичку, замеряем температуру. Вода кристально чистая. Морюшку огромнейший привет и от вас, и от меня. И немножко звуков отдыха. А вы там не скучаете. Если уже были у нас, то вспоминайте, как вам было хорошо. Делитесь этим у нас в группе Анапа. Кстати, подписывайтесь на нее, буду вам благодарен за это. Джипинг, дайвинг, квадроциклы, конные прогулки. Обращайтесь к моей жене Светлане, номер в описании. Подписывайтесь на ее канал «Счастливая жена». Она тоже очень старается для вас, поэтому делайте, говорится, от души хорошие поступки. А также фотосессия от худеющего фотографа на Черноморском побережье. Сделать для вас самые сочные, мощные снимки с раками и без. Давайте, слушаем. Море получается, 29 воздух, пасмурно, но никого это не пугает, идет мелкий даже дождь, друзья, не вижу убегающих с пляжа, есть, конечно, те, вот так вот, машите, красавцы, есть, конечно, немножечко минусов какие-то, они голые, издалека показал, нельзя показывать просто деток, вам привет, ребята. И мы дальше, господи. Но самое главное, что музыка
исчезла. Тут прям долбило одно время. Сейчас тихо, спокойствие, отдых, как говорится, тот, который нам нужен всем. Ради которого сюда хочется приезжать. Вот смотрите, тут массаж делают, прям красота. Релакс у женщины. Ну, ваши города, огромнейшие приветы. Улыбайтесь чаще, пускай ваша жизнь будет радостнее. Ну, а если есть возможность, обязательно приезжайте к нам на море. Ведь море должно быть не только в душе и сердце, но и вокруг вас. Хочется, чтобы оно обняло каждого моего подписчика. И также благодарю за все ваши репосты, сообщения и помощь. Особенно за звонки в администрацию. Благодарю, друзья. Благодаря вашим обращениям происходят позитивные изменения. Всех люблю, целую. С вами был Юрий Заровский. Пока-пока. До следующего видеосюжета. Еще хотел в конце добавить. Скорее всего, у нас сейчас закаты будут проходить с трансляциями ВКонтакте пока. Мне так надо, чтобы было. Так что вы делаете хорошие поступки и подключайтесь на нашу группу Анапа, особенно если вы любите как бы смотреть на наши закаты. Вчера уже первый закат там прошел, и сегодня, я думаю, что мы оттуда же запустимся. А также вы можете выиграть фотосессию от меня именно в нашей группе. Уже начался розыгрыш. Поздравляю победителей с дайвингом. Пускай, говорится, получится у них все погружение, это все будет хорошо и прекрасно. Ну, все, я с вами прощаюсь теперь точно. Пока-пока.